Городу Краматорску 100 лет. Ныне это крупнейший индустриальный центр, гордость промышленного Донбасса. Свою вековую историю Краматорск начал за холостным рабочим поселком. Теперь город неузнаваем. Ежегодно в новые дома вселяется более 1000 семей. Краматорск – гигант отечественного машиностроения, город мастеров, город рабочей славы. Лучшим людям города, ветеранам труда, присвоены в эти дни звания почетных граждан Краматорска. Город награжден почетной грамотой Президиума Верховного Совета Украины. Молодым, полным жизни и сил вступил Краматорск в свое второе столетие.